Ну что, сегодня 14 февраля, и я уже поспорила со своими любимыми. Пошли мы на улицу, идем в парк, который находится очень близко к нашему дому. Очень ветрено, мне это не нравится. Прям вообще, что-то из окна все это выглядело гораздо лучше. Какой-то английский дуб. Супер большой. Он правда большой. Ну, не знаю, но не секвой парк, но большой. Достаточно. Мы единственные в парке. Я думаю, что не очень, не очень. Мы ожидали большего. Лукас дуется. Хэштег asshole parents. Да? Хэштег мамка засранка. Хэштег родители достали. Хэштег меня никто не понимает. Хэштег. Еще шо-шо. Еще. Еще шо. Красивые домики. Большие, что не молочки. Красивые, белые. Смотри. Шишку тебе дать? Да. Давай вот эту вот возьмем. Надеюсь, на нее не писали. Никакие собачки. Вот шишка. А тут опять цветочки. И таблички ставят возле своих домов, чтобы показать, за кого они голосуют или что они поддерживают. Вот это кандидат в мэры города. Подснежники тоже покрупнее. А еще я тут видела. О, крокусы. Кулинарную книгу нашел Лукас. Яблоки. Смотри, растут в саду. Лук, тут кушай. Какой-то сплошной там. Поставим эту книжку на место? Нет. Нет, будешь ее еще смотреть? Еще. Лена, тебе какая нужна книжечка? Тебе какую книжку снять? Тебе какую? Лукс остановил свое внимание на напитках. Уж не знаю почему. И все время, когда видит стеклянную тару, он все время кричит: бутылка, бутылка. Люди могут тебя неправильно понять, Луш. Как будто мы все время папа с мамой тебе показываем бутылки. Все почитал? Давай ставь на место книжечку. Ой, какая тяжелая. Вот вам. Так, все. Молодец. Пойдем? Вниз? Вниз, да. А вот тут, смотрите-ка, доска объявлений. Вот это вот. Ну что? Вот я осталась одна. Я буду красить. Ой, какое удовольствие побыть наедине с собой, с кисточкой и валиком. Когда тебя никто не дергает. Это просто праздник какой-то. Ну что? Моя радость была недолгой. Покажи, как тебе нравится ремонт. Вот папа тут пленочку накрутил. Можно ее теперь снять, да? Вот так. Веселье? Веселишь?